Более 100 килограмм ряпушки жарится здесь и сейчас, чтобы установить рекорд России. Итак, Соликарт, день оленевода, жарят рыбку рябушку, я даже не знала такую. Устанавливают рекорд России. 100 килограмм рябушки жарится. Стоят плиты, стоят повара. Все очень сосредоточены, все очень внимательны. В ожидании стоят зрители. Прямо не могут дождаться, потому что, когда все будет готово, зрители этой рябушкой угостят. Смотрите, рыбка со счета. Главное, чтобы красиво. Вот так вот чудесная рыбка. Очень быстро все делали, я не знаю, имело ли значение скорость работы. Ну, качество-то точно имело. Смотрите. Есть повара, в основном девчоночки, девушки, женщины. А есть вот, видимо, помощники, видите, растапливают печи. Тоже чего-то когда-то жарилось. Вот уже рыбка, большинство готова. Лежат они на подносиках, ждут свои минуточки. В ожидании прямо стоят зрители, не могут дождаться. Девчонок, тут так все вкусно. Я бы, честно говоря, даже съела не рыбку, а вот эту вот подливочку. Я думаю, что она вообще прямо суперская. Еще девчоночки. Смотрите, какие все сосредоточены, да? Не баранчик, а рекорд России. Надо постараться. И голодающие позади зрители прямо водят носами, потому что запах чудесный, расчудесный. Рыбка прямо очень завлекательно смотрится. И некоторые выставляют ее вот здесь. Она спрятана позади, скажем, да, место для готовки. А некоторые выставляют ее прямо на прилавочек. И я думаю, что у зрителей, вот смотрите, на прилавочке стоит, да? У зрителей, наверное, прямо слюнки текут. Так хочется опробовать эту рыбку. Вот здесь жарят ребята уже, да? Не девочки, а ребята. Ой, мужчина-повара хорошие обычно. Вот смотрите, тут тоже жарко идет. Ай, как здорово. Давайте сфотографируем. Вот так вот. Ох, супер, девчонки, мальчишки. Это супер фестиваль. Классно. Вообще классно. И рыбка-рябушка. Вкусная рыбка-рябушка. Для всех. Друзья, запаситесь терпением. Как только рекорд будет зафиксирован, у вас будет возможность заплатить.